Александровск, Запорожье. Под таким названием открылась необычная выставка в классическом приватном университете. Большинство картин представлены в формате чертежей. И самое интересное, в масштабе соблюдены все пропорции реальных построек старого Александровска. Выставка под названием «Александровск, Запорожье. Взгляд сквозь годы» выдержана в одном концептуальном стиле. Невооруженным глазом картину от фотографии даже не всегда получается отличить. Автор Татьяна Иншуева к работам отнеслась крайне серьезно. На рисунках точная копия построек старого Александровска. Масштаб – это как раз говорит о том, что это даже это чертеж скорее выполнен в какой-то технике. Да? Ну, в данном случае отмывка, это академическая техника, некоторые неузнаваемые дома. Поэтому и тут и фотографии я свои любительские представила, как выглядит здание сейчас и как здание выглядело там в 1900-1903 году. Над такими картинами приходится долго работать, говорит автор. Всего на выставку представила 16 картин. В ближайших планах еще одна выставка, работа над которой уже ведется. Татьяна Иншуева отмечает, иногда создать точную копию объекта гораздо сложнее, ведь порой хочется дать волю творчеству. Художник – это не профессия, это состояние души. Они могут дизайнером быть, но только художник внутри у них. Художник даже уборщица может быть. Одна просто подносила, а другая что-то красиво сделала. Это стремление к прекрасному. Вот это и есть художник, образ жизни. Графика в картинах, да еще и в точной пропорции, для художника непаханное поле. А потому выставки картин в этом направлении будут развиваться, отмечают сами дизайнеры.